Нуса Дуа – это такая богатая часть Бали. Ее можно сравнить с Эльгуной в Египте возле Хургады. Здесь все чистенько, ухожено, мало машин и мопедов. Но при всей красоте слишком уж как-то здесь стерильно. Чего-то не хватает. Интересную вещь сегодня прочитал об индонезийском языке. Индонезийский язык дал нам слово орангутанг. Оранг – это человек, а орангутан – это человек леса. И еще есть слово матахари, которое значит глаз, глаз неба, а вообще значит солнце.